Чувашии ужесточили режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев. Согласно документу, на территории Чувашской республики рекомендовано приостановить деятельность кинотеатров и кинозалов, театров, детских игровых комнат и центров, ночных клубов и других развлекательных и досуговых заведений, бань и саун, а также плавательных бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры и спорта. Предпринимателям и торговым сетям предлагается расширить возможности дистанционного заказа товаров и доставки их на дом. Жители Чувашии старше 60 лет должны будут находиться на карантине. При этом телекоммуникационным компаниям рекомендовано не оставлять пенсионеров без связи и интернета даже при отрицательном балансе. Поликлиники будут работать в обычном режиме, но плановые посещения медики советуют отложить. Что касается торговли непродовольственными товарами, то ее рекомендуют приостановить, кроме товаров первой необходимости.